Нужно это все приближать в реальную жизнь ближе, потому что это не просто покататься в интернете с фиг пойми кем, с какими-то ребятами там, из разных городов, там, когда ты их в жизни никогда не увидишь. Здесь все-таки появляется уже комьюнити из ребят, которых ты знаешь, которых ты видел, с которыми ты... Там, если ты кого-то убрал на трассе, ты должен понимать, что ты потом должен подойти и извиниться в реальной жизни, как и в реальных гонках. И ты потом после гонки поборолся с человеком, ты выпрыгиваешь из кокпита, и ты смотришь ему в глаза.